Впереди нас 15 военных судов. Почти прямо по курсу. Сейчас будем налево уходить. Они идут 4 узла. Слева у нас танкер проходит, покормившийся кабельтовых. Вот наш танкер. Военные суда. Идем по Traffic Separation схеме. Вот это все военные суда, которые на радаре сейчас отбиваются. Хорошо их видим. 15 штук. But this submarine had AIS. Only was writing what she made military operation. If no any secrets in military operations, they use the AIS. And usually the submarine shall be underwater. What is kind of ship? Maybe battleship? No? I don't know. Warship. Warship. Huh? I don't know what exactly is the type. Here you will not find information about warship? This. Warship? Warship. Type yeah? Ship. Warship, yes. Oh, NV warship. Motor SLC, motor SLC, arrow start. Yeah, station calling motor YC. Okay, motor YC 06. 06. Отправляем их, в общем, всех справа. Сейчас у нас по корме будет проходить Макс, быстрый пассажирский паромчик. Про него есть даже фильм. 38 узлов идет. Давно я еще так не обгонял столько судов военных. Ладно, ребята, на этом будем закругляться. Обгон будет произведен где-то через полчаса. Всем пока.